Ну а сегодня участников полуфинала национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2016» встречала «Арена 2000». Состязания начались с самого утра. В них принимают участие те, кем в скором будущем будут гордиться учебные заведения и предприятия Центрального федерального округа. О некоторых из них узнаем прямо сейчас. Будущее за молодыми профессионалами. За три дня им предстоит показать все, чему научили мастера. Конкурсная площадка по компетенции сварочные технологии организована Ярославским профессиональным колледжем номер 21. На его базе создан и работает ресурсный центр сварочного профиля, где проходил подготовку участник полуфинала Центрального федерального округа от Ярославской области. Уровень подготовки именно площадки по компетенции сварочной технологии, на мой взгляд, один из лучших. 9 кабин оснащены по последнему слову техники. В этом колледжу помогли ведущие предприятия области. На выполнение 4 заданий отводится 18 часов. Конкуренция вот с каждым годом возрастает, резко возрастает. Уровень подготовки вот этих лучших сварщиков, он в целом растет. Мы это видим. У Александра Жукова, студента 2 курса ЕПК номер 21, 12 соперников. Подготовка, говорит Саша, была очень серьезной. Отрабатывать навыки сварки приходилось по 12 часов в день. Но тяжело в учении, легко в бою. Тренировался я на старом оборудовании. А это как бы новое и очень легкое оборудование. На нем легче еще. Имена победителей полуфинала станут известны в четверг. Лучшие из лучших отправятся защищать честь ЦФО в Крокус-Экспо Московской области. Марина Ромакина, Андрей Кабанов, Вести Ярославль.